немножко в эфире. Решил выйти. Посмотреть, что будет. Что делать? Надо что делать? Что-нибудь поговорим. Сейчас себе там играет тихонько. Поговорим. Страна Россия, да. Старт. Поехали. Курят в эфире дома, курят. О, привет. Кино смотришь, да? Интересно. Поехали дальше. Отец? Что? Я громче надо... Отец, это ты? Отец? Я не понял. Что ты? Я громче... Грехи отпустить тебя? Тебя грехи отпустить или что? Нет, отец, ты же вышел за хлеб 20 лет назад. Ты что тут делаешь? Не нравится, ну пока, извини. Кому-то не нравится. Что это такое? Я брови поднял. Тяжело? Тяжко в жизни. Все-таки. Кто что делает? Кто пьет, кто бухает? Добрый вечер. Добрый. Как она жизнь? Отлично. А смысл какой жизни? Ну, наверное, на сегодняшний момент побольше русни заебашек. Да. Может и так. Кто кого, да. Кто сильнее, тот и. Тот и прав, да. Согласен. А чем заниматься будешь после смерти? Отдыхай. Круто. Ты уже знаешь, где? Что где? Ну, где будешь отдыхать? На Байковом, наверное. На Байковом. Нормально, Байковом кладбище. У меня отец там, ну, как бы... Династия продолжать. Да. Там отдыхают. Да, интересно, блин. Так перетрудились в этой жизни, что капец. Что надо вечность отдыхать. Ну, придется, да. Ты когда сосед такой, блядь, одичалый, блин, у тебя... Нервы каждый день. Да. А сейчас у всех нервы. Все ж недовольные. Мало людей довольных. Ты доволен чем-нибудь? Ну, в принципе, всем доволен. Всем доволен. Единственное, чем я доволен, что мало русни вздыхает, блин, каждый день. А так доволен. Ну, так надо брать какое-то железо какое-то, идти и помогать. Немножко проблемы со спиной, как бы, я так трохих, ну, короче, раз в месяц на уколах, блин. Это капец. Ну, я в аварию попал, там, такую хорошую, блин, и расколотый позвонок, короче, ну, не суть важно. Зарастет же когда-нибудь, надеюсь. Позвонок? Может. Может быть, да? Может, не знаю. Желаю тебе здоровья. Чтоб... Дякую, нам заем. Чтоб не было этих лишних хвороб и хвороб, беды, да. Да. Ай, буде добре. Ви в Боярці знаходитесь, да? А як ти бачиш? Є програма для комп'ютера, називається «Чотирилітне розширення». Вона показує, звідки ті співрозмовні. І адресу теж бачиш? Ні, адресу ні, ну, вже не є. Тільки місто? Показує, що Боярка. Ну, в мене, але я зараз в Вишгороді знаходжусь, а люди кажуть, що типа там Петрівці десь там, ну, Нові Петрівці. Ну, я в Вишгороді зараз. Угу. А виріс в Києві на Корініці. Цікаво, розширення. Це розширення чат-рулетка. Чат-рулетне розширення для браузера воно. А мене якось, навіть вичислили русні, що в мене там і дочки, і фотографії вже, залізу на Фейсбук. Якось так швидко, так швидко. Там раніше було вони по ВК. Програма, яка показувала з ВК витягувала. От ви зараз зайдете на ВК до себе. Угу. Вона по обличчю ідентифікувала. По обличчю, да?
І да, якщо у вас там на ВК ось ті фотографії всі є, то ви побачите, ну, зайдіть, видаліть десь це і не бачите. Угу. Я туди не заходив вже. Ну, от я вам кажу, може, там і нема того аккаунта. Звідти ноги ростуть, вони по ВК, вона ідентифікувала людей. Угу. Ну так от. Так. Ну все, гарного вам вечора, всього найкращого. Слава да. Україні! Героям слава! Що такі серйозні? Доброї ночі. Доброї ночі. Добре. Ви з України? Угу. Ну, розказуйте, як у вас було. Лично у мене? Лично у мене? Ну, да. Що там я тут это? Я извиняюсь, тут я по телефону. Менеджер заговорил. Менеджер заговорил. Так, що там? Так, що там? Выкинули меня. Выкинули меня. Извиняйся. Извиняйся. Ну, у меня лично плохо, видишь. Отрастаю борозда. Отрастаю борозда. Жена уехала. Жена уехала. Сосед портит жизнь. Сосед портит жизнь. Да и, местная тоже. Местная тоже. Скажи, что люди друг друга ненавидят? Чего? Что люди друг друга, ненавидят? Я хер. Мне тоже это. Мне тоже этот вопрос интересует. Что мы же мешаем друг другу, лишь не понял. Я вам что пожелаю? Здравия. Пожелаю, чтобы у вас все хорошо. И слава Богу, чтобы вы по взрослянке делали грамотные движения. Вот. И слава Богу, что вы такой есть. Слава Богу, что у вас нормальные мысли в голове проскакивают. Это самое главное. Спасибо. Вот так. Вот так. А что ты курить дома? Ну вредно, наверное, так. Это вы всегда дома курите? Просто. Я всегда курю дома, и везде, и повсюду. Вы уже привыкли? Обязательно. А бросить не хотели? Оно ж так воняет потом, когда она тянется вся, и запах такой идет такой. Вы давно бросили курить? Ну да, лет так 15 назад. Ну, видите, поэтому так и говорите. Ну, тяжело бросать, да. Ну что воняет, я уже понимаю, уже воняет, там запах этот такой. Вы понимаете, ведь каждому что дано, то и будет. Ну вот вы бросили, я не бросаю. Ну, у каждого свои тараканы есть, я понимаю. Ну, это ж кому что дано. А если бы вам дать, если бы вам нет, дали... Хорошо. Вы бросили 15 лет тому назад, вы здоровы, хороший, у вас хорошее здоровье, вы вообще хорошо себя чувствуете. Ну, так нормально, более-менее чувствую. Ну. Сколько вам лет? 55. Да ладно. Что? Старый? Да. Постарел, да? Ну, как сказать, это может это компьютер, ну, так... Вот. Ну не бритый. Ну, вот, а мне 51, я курю. Ну давайте так скажем. Ну вы не моложе меня выглядите, правильно? Не это обманчиво, внешность обманчива. Если я только стоит мне побриться, причесаться, и я выглядеть буду лет на 10 меньше. А может и того больше. Ну, оно так я делает не, чуть-чуть. Я вообще-то не буду спорить. А вы бросите курить, одинаково будете. Что вы курили, что не курили, ничего не поменяется. Мне стоит вообще ни хера ничего не поменяется. А меня побриться, просто... побрился, умылся и... Ну, это все. Да. А чтоб я не курила, я все равно так бы, может, выглядела бы. Ну, конечно, да, то есть нет вопросов. А вообще, а как, вот, дано там, дано. Вот дать вам вечную жизнь, хотели бы жить вечно? Нет. Чего вдруг?
Но я и так буду вечно жить. Где? Душа моя будет вечно жить. Где? Где? Там? Там? Там, говорят, разные места есть. А где именно? Ну, я не знаю. Ну, Путин говорит, одни будут мучиться в аду, а мы будем в раю. Нет, ну, смотря куда определят. А. Еще... Я вам скажу, я верю в загробную жизнь, и правда это, ведь оно есть. Угу. У меня брат не так давно умер, 2 года тому назад, будет 2 года. Царство ему небесное, да? От чего он умер? Да. Он старший был, да? Старый он был? Младший. Младший? Младший меня. Он умер не от очень хороших, так скажем, вещей. Отношений, да? Не-не-не, он наркоманил. О. Так вот, я к тому говорю, что когда он умер, он приснился матери здесь уже, ну, наверное, спустя 1,5 года где-то, даже больше, наверное. И приснился, и показал своего сына, который родился уже после его смерти. Во сне. Во сне родился? Нет, показал сына своего, и как его зовут, во сне. Он там заимел сына, или как это? Нет, он когда умер, та женщина была беременна. Ну. А сын родился уже после его смерти. И он пришел к матери во сне, моей матери, и рассказал, что есть сын. Понимаете? На стороне он заимел сына. Ой. Вот как вот бывает. Делают детей на стороне. Это нормально? Ну, это ненормально, но, наверное же, как-то... Понимаете, ну как обсуждать жизнь? Ну, люди живут по-разному. А как надо жить вообще людям? Вот скажи. Как, они, как а надо? Вот знаете, как надо жить? Как? Ну, жить, наверное, просто по совести, как ты считаешь нужным жить. Мы же сами творцы своей жизни. Вот как ты ее захочешь прожить, так ты и будешь жить. Да, и за это надо отвечать, наверное, да? Обязательно. Обязательно. За каждый свой поступок. Кошмар. За каждый свой деяние. Что делать? А что делать с плохими поступками? Как? Что делать с плохими поступками? Ну, наверное, прорабатывать их внутри себя и говорить: вот я здесь был неправ. Так, я благодарю себя. Я благодарю себя за все. И за то, что я был неправ. И за то, что я был прав. И за то, что... И всегда, всегда во всем себя благодарить. Себя надо благодарить. И всех, и всех. И Бога благодарить. И Бога благодарить. А да, если вас бы вот кто-то убил бы... Ну, не дай Бог, кого-то вашего. Я тоже бы его поблагодарила. Тоже поблагодарили? Наверное, плохой человек его убил. Не зря его убили, да? Раньше надо было его грохнуть, да? Так? Ну, понятно. Наверное, так, да. А кто будет в раю? Все? Я не думаю, что есть рай и ад. Не хочется думать, я понимаю. Я думаю, что есть люди, которые идут выше, так скажем, как у нас. Это этажом выше, да? Этажом выше. Они будут ходить, да, нас этажом выше. Стучать по голове. Да, да. Сливать воду на нас, топить надо. Это которые в ангелы там и так далее. Ну, как у нас вот у людей, да, допустим, есть богатые, есть бедные, есть там нищие и так далее. Так и там такая же самая иерархия. Да. Наверное, да. Это можно себе место купить, правильно, под солнцем? Да ладно, да нифига там ничего не купишь. Купить нельзя. А в ад кто попадает? В ад попадают наркоманы, наверное. Блин, это ваш брат, что ли? Я думаю, да. А чего? Но он хороший был. Он хороший, ну все. Просто страсть к наркотикам, да, и все. А что от наркотиков вы не пробовали ни разу?
Ни разу. А он не рассказывал, как ему от этого хорошо я, или что? Я, кстати, алкоголик, но не наркоман. Понял. Я алкоголик. Я могу и пила, одно время очень сильно пила. А пользы от этого никакое? Вообще никакой. Никакой. Голова болит. Я не понимаю вообще. Вот, кстати, я теперь вот я выпиваю иногда, да. Я, кстати, не понимаю даже. Зачем? Зачем? В принципе. Странно. Да, это плохо. Зачем я делаю то, что делаю? Ой. Кстати, я после смерти брата очень часто задумываюсь о смерти и о жизни. И вообще не понимаю, для чего мы вообще на свете живем. Угу. А какие хоть мысли были, что ну, вы так определили себя? Все-таки для чего? На чем-то остановились? Нет? До сих пор нет. Нет. Ну, тяжело. Вот именно что тяжело. Определиться. Для а чего? Так уже 50. А так уже 51 год. Прикидывай. Это ужасно. Это просто ужасно. Да, не знаешь, для чего ты это встаешь, зачем живешь. Наверное, нас обманули. Не сказали правду. Вот, и я в этом думаю. Да. Ну, обманутые. Получается, не очень хорошо, да? Вот приходишь в эту жизнь, идешь, что-то достигаешь, что-то все. Постоянное какое-то соревнование. Вот ты же сюда. А зачем? Вот зачем? И тут. А итог-то все равно один. Для чего мы соревнуемся? Мы достигаем, мы что-то куда-то спешим, мы куда-то бегим, мы что-то, не знаю, а люди копят, деньги. Зачем? Зачем? Зачем ты меня, мать, родила? Чего ты не сказала мне? Зачем ты меня родила? Что ты наделала? Да? Так нет же, жизнь она же прекрасная. Мы все равно же не радуемся этой жизни. Пока летишь, радуешься, упал. А, больно, да. Да, надо где-то хоть справку давали, инструкцию в роддоме. Вот, ты родился для того, чтобы стать электриком. Все, твоя судьба быть электриком. А ты будешь сливные бачки чистить всю жизнь. Правильно? А я буду, блядь, улицы мести всю жизнь. Да, и все, понятно, всем понятно. Дали каждому билет. Всем понятно, написали. Ты будешь кушать вот это, жить вот в этом конуре, курить вот эти сигареты, так и сдохнешь. И оспаривать не можешь, понимаешь? Я же говорю, чему быть, тому не виноват. Ну, люди так думают. Судьба, говорят, судьба такая. Да? Судьба. А еще карма есть, понимаешь? Карма, да. Карма это ужасная вещь. Она есть. Бумеранг. Что посеял, то пожал. Ну да. Это справедливость как бы. Правильно? Блин, а кто эту справедливость устанавливает вообще? Не, это колхоз. Просто как что посеял, то пожал. Это просто из разряда колхоза, там вот сельскохозяйственная техника. Сеешь, пожинаешь. Ну, ничего особенного. Да. Только добро не растет, блин, сука. Я извиняюсь, матюкаюсь, начинаю. Вот сеешь, правда. Делаешь хорошее, а тебе такой болт, бум, вырос. А тебе, да. Почему? И прилетело что-то. И прилетело, да? Еще. Да, от соседа прилетело что-то, да? Что такое? Мы же друг друга не знаем. Чего вдруг?
Да? Да. Надо где-то Это инструкцию правда. найти, Но покопаться. страшнее всего, когда прилетает от твоих же собственных родственников, от близких людей. Да. О, это вообще. Так, а это самое хуже, когда люди живут, 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 а Да. оказывается, когда наследство делить, ух ты, узнал, кто ж твои родственники. Ну, так бывает. Да. Надо делить наследство, и тут оба-на! А я так прожил и не знал, что у меня такая сестра. Или там брат такой. Или муж, который Или живет, муж. да, 30 с лишним лет, да? Так надо вот надо копать, надо понимать хотя бы, с кем ты живешь, для чего ты живешь, кто я такой. Вот я на себя смотрю в это окошко там, где я как бы, я в зеркало не люблю смотреть, а вот вся таблетка мне нравится заходить, что я на себя хоть посмотрю. Блин. Не, прекрасно, прекрасно. Ты удивительно. Ухоженный, не бритый. Не бритый, не ухоженный, но ничего, ничего. Ну, уже можно. Уже переросло то время, когда было не очень. А сейчас уже еще чуть-чуть вообще буду как поп какой-то такой наводить шухер. Крест повешу вот этот такой большой. Какой-нибудь сделаю крест большой и скажу, я грехи буду отпускать, деньги давай. Бизнес хороший, да? На страхах человека. Пугать людей. Вот. Короче, надо знать, для чего мы живем. Это самое плохое дело. Никто не знает. А хотелось бы узнать вот, хотя бы на один день. А зачем знать деньги? Ну как, куда ты едешь? Ты хоть знаешь, что тебя ждет? Ты знаешь, что ты можешь спланировать что-то? Спланировать что-то. А так? Не знаю. Хотелось бы планировать. Да. Ладно, с праздником вас. А, какой праздник? День защитника Отечества. Да, это все поменялось с ног на голову. Ну, бывает. Это уже не актуально, да? все обесценили, все опошлили, все, ну, довели до абсурда, понимаешь? И прикрываются фиговыми листочками свой немытый зад, люди, вот этими днями. Правильно. Как Адам и Ева. Понятно. Взяли фиговые листья. Вот нас праздник. А на самом деле убийца, мародер, насильник. А Ну, вы мне нравитесь. да. Вы очень позитивный человек. Счастья вам, добра, Взаимно удачи. вам тоже. Да. Счастливо. Черный экран. Доброй ночи. Убирам, значит, будет бойня. Бей больно душе, сразу любой. Слишком рано стало в такой базе. Война приходит брать, чтоб свое брать. Чему бы того не миновать? Палач у меня кислый, как миловать. На упоставный ты горе на засов. На 40-40 в срок пришел слов. Это твои слова? Ты поешь? Это дурня, ну, честное слово. Да. Не все слова понятно, там что-то хрипит, репит. Ты думаешь, там понятно что-то? А, не слушаю я такого. Я уже старый для такого, видишь, у меня уже борода растет. У меня тоже начинает. Начинает. Все Нет, у меня когда-то начинается, значит. уже причем не растет, я уже тоже мужик Мужик, да, я мужик. Ты кто? Я человек. Ну, я имею в виду, зовут как? Блин, ну, ладно, это, ну, Владимир. Дмитрий. Дмитрий Владимир. Что, Владимир, интересного? Да, вот думаю, что тебя в жизни штырит так, чтобы ты радовался? Короче, я сегодня вот прибухнул,
Короче, меня штырило. И, ну, курю сигареты иногда, когда бухаю. А вот сегодня побухал и пол пачки сели скрыл. Мне хреново, блядь. О, видишь, да? Хреново. А смысл было это делать? Смысл, ты знаешь, я вот лет, наверное, 5 назад вообще не пил. И вот что-то работа, там, движухи, там, что-то, друзья, гости, там, что-то, и вот мне приловчилось пить, короче. Состояние, короче, не особо классно, потом стало себя менять, там, спортом заниматься, потом, короче, что-то падло, потом лучше забухнуть, короче, ну, так. Ну, а что хорошего? Вот есть такой чистый кайф, чтобы был без осложнений. Есть все-таки занятия? Чистый кайф? Да. Что это? Сейчас. Короче, ну, мое хобби спорт, я люблю рыбалку. Я на рыбалку хожу, если мне друзья там зовут, мы с ними ездим, что-то это. Ну, там тоже надо бухнуть. Ну, блин, я не знаю, как тебе сказать. Нет, это чисто кайф, а секс? Подожди. Секс, ты еще не это? Давай начнем с того, чтобы где не бухнуть, просто какой-нибудь кайф. Короче, с бабой погудить тоже бухнуть надо. Опять, с бабой на трезвую голову трудно жить, да, получается? Страшно. Ужасно. Мне уже 34, а я уже в алкаша превращаюсь. Ну, это нормально. Да. А у тебя? Хорошего? Что хорошего, да? Ну, вроде бы уже посидел, уже жизнь повидал, а борода уже растет. Да, ёлы-палы, борода растет, волосы тоже, блин. Что у тебя интересного? Без любви вся фигня. Что? Говорю, без любви вся фигня. Такая любовь найти, что не, ну, я думаю. Не, ну у меня есть любовь, я люблю. А без него, без нее, то это дурня все. Нет смысла. А если. Ну да. Ну да, да, да. Типа, ладно. Что еще? А хобби есть какой-нибудь? Было раньше. Любил снимать на видео всякую ерунду. А сейчас? Сейчас нет желания. Не хочу снимать. Это морочное дело. Много времени уходит, чтобы что-то хорошее снять. Что попало, не хочу. И я снимаю, я блоги веду, я вот общаюсь с тобой, с другими людьми. Просто так разговариваю. Мысли толкаю. Вот это мне нравится. Угу. Поделиться чем-то хорошим, если у меня есть. Вот. Баллы зарабатываю. Я зарабатываю лучше, чем криптовалюту. У меня есть такая, знаешь. Лучше, чем криптовалюта? Блин, ну это, наверное, тема. Нифига. Тема, да, это тема. Это, знаешь, там награду. Я это зарабатываю, чтобы потом получить награду большую. Да. Место такое. Чтобы мне сказали, молодец. Это не финансово, это чисто... Это больше, больше. Финансы, они сегодня ценятся, завтра инфляция, потом тебе еще станут она. Вообще будут виртуальные деньги скоро. Давай по-другому, по-другому. Ну, типа, ты развиваешься в своем, короче, типа, там... Да, я стараюсь приобрести себе больше друзей. Самая большая цена в жизни – это друзья. Нормально, я имею в виду. А вот это вот поподробнее, друзья. Ну, друзья какие, виртуальные, либо настоящие? И виртуальные тоже есть, хорошие. Там кто-то, вот здесь можно же общаться, да, вот так вот, с Америкой, кто-то живет в Америке, кто-то там, кто-то слушай, где-то, вот я с тобой общаюсь. Слушай, так легче. Ну, я понял. Владимир, да, еще раз? Владимир, вот смотри. Вот у меня тоже были виртуальные друзья, ну как, даже, допустим, ну они тоже есть, как будем так, на вытянутой руке. Вот у меня человек смотрел меня, ну у меня тоже, я чат-рулетку не стримлю, я стримлю другую тему, короче, игры стримлю, казино. Я играю в казино, ну, чисто не рекламирую, играю в свое удовольствие, короче. Так, Вот меня один зритель, то есть подписчик смотрел, мне 3 года, представляешь? Ого! Ну...
Смотри, смотрел, может даже до сих пор смотрит, я не знаю. Ну, то есть, недавно мы с ним, короче, у нас разногласия прошли. Короче, а у меня были на счету деньги, и он, короче, их украл. А хотя человек, ну, меня обманул, но я его потом вывел на чистую воду, он признался, потом черт попутал, туда-сюда. Я ему говорю, слушай, ну, зачем ты так сделал? Ты меня смотришь столько лет, ну, столько, ну, 3 года смотришь, ты, мы с тобой там, да, у меня даже мысли не было, что мы докопали. Нет, даже нет, стой, да я понимаю, что на лохах и жизнь хороша, я понял, о чем ты сейчас посмеялся. Вот я за виртуальных друзей говорю. Я тоже думал, что человек меня смотрит, со мной общается, мы с ним там хихихаха, там, какие-то видео там скидываем, там, смеемся. По поводу финансовых моментов каких-то, человек меня обманул и просто-напросто разорвалась дружба. Но дружба разорвалась как? Она, знаешь, вот чисто, я думал, ну, вот как сказать, блядь, это вот сейчас так. Мне было, честно, неприятно, вот, честно, вот, как человеку, да, мне похуй, там, не в деньгах счастье, там, это, но человек, смотря 3 года, и меня обманул, признался, и потом черт попутал, прости меня, а хотя я человека, он думал, что он мне, блядь, друг, пиздец. Ну, понимаешь, я тебе скажу, люди женятся, бывает, обещают при людях верности. Нет, дело не в этом. А в чем? Дело не в этом, я... Ну, такая натура человеческая, постоянно кидать друг друга. Песенка такая, друг беги, не бросит лишнего. Не... Это просто песенка, забей, это просто песенка. Не, а песенка со смыслом. Да, это смысл высосанный из пальца. Да не, а это жизненная, это жизненная песня. Ну покажи, где это в жизни было. Вот смотри, у меня есть друг, да. Реальный друг. Я с ним знаком 5 лет. Он чуть старше меня на 6 лет, там ему 40, мне 34, ну, неважно. Мы с ним никогда не занимали друг другу деньги. Ты же понимаешь, займи денег и потерял друга. Ну, то есть, тоже смысл есть в этом. Можно же просто подарить, если надо человеку, просто подарить можно. Да. А у меня есть реально друг, которому, блин, мы с ним никогда, никогда в жизни мы с ним не ссорились, не было ни разногласий. Мы с ним общаемся не так сейчас часто, как раньше немножко. У нас, ну, сейчас работа, там, движение. Блядь, я вот не могу сказать прямо, что он мне в беде какой-то помог. Ну, были моменты маленькие там, и то, я даже это не воспринимаю. Но я его считаю, блядь, пиздец каким другом, за него готов пиздец на все. У меня есть товарищи, друзья еще как бы на вытянутой руке, которые мне делают дохуя чего много. Но я, блядь, не готов за них никуда ничего сделать. Я вижу в них подвох, вижу в них что-то я в них не вижу. Вот в этом человеке, который мне никуда ничего... Я чувствую, что человек в натуре человек. Вот, блядь, вот прям... Я не знаю, как это объяснить. У меня есть один друг. У меня сколько будет друзей, нахуй, сколько друзей, блядь. Я в 3 часа ночи подрывался, с ними ездил. Москвичей долбили там, что мы только с ними не делали, нахуй. Ну, я так говорю, там. Воп-стоп занимались, хуйней занимались. Меня ебали просто в один момент. За драку, короче. Ну, короче, так расскажу. За драку, короче, мне въебали, короче, административку. Я, ну, отработку. Я, короче, пришел на отработку, мне там... Какой-то хуй сказал, этот, блядь, завхоз, чехуй, иди поубирай там бэчки, нахуй, на улице сказал, иди нахуй, ничего не делать не буду. Он мне ебашит, короче, отказную, меня заменяет ТР, я ебашу на, короче, ебашу на поселок, короче, на 1,5 месяца. И ни один друг, с которым я, блядь, сука, сколько лет, нахуй, ездил, ночами, блядь, помогал, что? Ни один человек, проезжая в Краснодар, ни один не приехал на Елизаветку и сказал, Дим, брат, что там, у тебя все нормально, на тебе пачку сигарет, ты что там, брат, все хорошо у тебя. Ни один человек не приехал, хотя, сука, ездили, блядь, каждый, блядь, обидно. Люди одинокие, я тебе скажу, люди в этом мире одинокие. Друзей много не бывает. Блядь, как это, вот сейчас,
ну, я не, может, не складно рассказал, но, блядь. Ну, пойми, ты можешь сделать хоть одному человеку хоть одно какое-то приятное дело в день. А можешь не делать. И вот эти дела, которые ты делаешь, за которые человек благодарен, они вот имеют вес, они имеют смысл. Ты понимаешь? По-настоящему благодарен. Но не всем делаешь добро. Но когда так происходит, это ты получаешь какие-то баллы, ты получаешь какие-то новые возможности, ты растешь. Ты можешь делать зло, когда будут тебя проклинать. Ты сделал какое-то зло, и тебя проклинают. Это минус. Это яма, с которой трудно выбраться. Слушай, ну подожди. Вот я как человек, да, допустим, я не говорю за себя, я не говорю. Когда вот человек за себя говорит, я считаю, это самозай. Когда люди за тебя говорят, это совсем другое. Ну да, ну тут так нельзя. Тут это все условия. Ну, я беру, давай пример для себя возьму. Допустим, ну, любого человека, тебя, меня, неважно. Вот человек, допустим, делает, старается людям, ну, вот такой честный, там, добро делает. А люди пользуются добротой. Конечно, пользуются. Моментами, да. Они... Мухи летят на свет, ты понимаешь? Мухи летят на свет, погреться, посмотреть. А, ну, тоже смысл, ну, да. Это нормально, да. Все пользуются. А что бы на шару не потусить? Дай все виду. Ладно, подожди. Звучит ли приглашение? Ничего? Ладно, все, не ругайся. Ну реально, блядь, вот, сука, вот у меня сейчас 5 лет, я сгружу с человеком один, я ему уже раз звоню, раз в неделю с ним, ему там, я ему сегодня звоню, да, работает, без работы там, есть зараза такой, о, блядь, кентярик, блядь, я ему сейчас даже позвоню, скажу, брат, я иду к тебе, он сейчас мне винища нальет, ебать, стаканелла. Мы с ним как дадим в гараже. Пожмем друг другу руки и падаем. Ну, блядь. Все в заботах сейчас, друзья. А, ну, реально были друзья, которые я считал друзьями. Ебать, 3 часа ночи звонят. Все, поехали, чуть-чуть, дюшуха. Ну, нам было по 22-25 лет. Мне сейчас 3-4 уже, не старый. У меня тоже, кстати, седые волосы есть, представляешь? Вот где-то, блядь. Где-то есть. Нет, реально. Мне если вот я в зеркало подхожу, вот там поискать, где есть. Согласен. Я уже тоже старый. Ёбаный насос. Жизнь проходит, спеши жить. А то так можно и не преуспеть. Тем более война бывает, идет война, людей убивает. Пиздец, я насмотрелся видосов, охуеть. Да. Ужас. Ни за что, да, ни за что, ни про что. За какую-то я, сраную идею, да? Я, короче, смотрю, короче, там, ну, такой пригорок, такой, не помню, русский, короче, там, тапа-тапа-тапа, один там орет, бах! Чух-чух, скатился, блядь. Прям видео на ютубе даже есть. Ебать. А Дон говорит, все, братан, ну хана, все, уже все. Да вахуй, страшно. Они там... А за что? За что, скажи, за что? Какая идея? Друг друга убивать? Блин, я не знаю. Ну пришел бы к тебе мужик, сказал, освобождай квартиру. А ты такой... Не буду. Он тебе раз и ствол тебе в голову. Нормально? Мне понравилась твоя квартирка. Освобождай. А с какого такого? Не, просто я хочу. Ну, хуя не дам. Ладно, давай. Опять. Благородное лицо у тебя. Хорошие мысли вертишь в голове, да? Или притворяешься? Да нет, нормально все у меня. Я это хорошо. Это замечательно, если у тебя все хорошо. Я просто рад за тебя. Что есть кого-то, что все хорошо.
Ты ангел, наверное? Нет, не ангел. Почему? Тебе так похож. Что-то омрачает твою жизнь, да? Что омрачает твою жизнь, чтобы был как ангел? Мир должен быть. Мир? Да. Это уже другой разговор. Да люди без войны друг друга убивают. Ты знаешь сколько? Драки. Машинами сбивают. Без войны. И в мир, знаешь, даже на свадьбах убивают. Просто выпил и убил. Кто-то не так посмотрел. Ну, войны не надо. Да. Люди злые все время. На кого? Я думаю, на себя. А потом это все выливает на других. На себя злые. Что они такие дебилы. Ну да. Ну, а если бы сам себя человек любил, он бы другого уважал. Мне так кажется. А? Правильно ты говоришь. А ты правильно говоришь. А что делать? Врать не люблю. А ты христианин? Угу. Я тоже. Да. Трудно сейчас христианам. Маски надо снимать. Вот это религиозное. Они так приросли. Ничего не надо снимать. Почему? Надо показывать все. То, что мы русские, христиане. Дай Бог, чтобы я увидел русских христиан. Я говорю, ты ангел. Ты один из них. Правильный христианин. Ты боишься чего-то, братишка? Я боюсь. Да, я боюсь. Я не люблю лжи, я не люблю смерти. Мне не нравится жить в каком-то придуманном мире. Мне это не интересно. Так живи в своем мире. Своего нету, понимаешь? Есть царство небесное, есть царство мира сего. Другого своего нету, ты не можешь. Что у тебя есть, скажи? Что у тебя есть? Что ты предложишь людям? Ничего. Ну, я не знаю, ну. Что, я верю в Бога, я верю в Христа, я в Иисуса верю. Слышишь? А что он тебе говорит? Он мне ничего не говорит. Почему? Я не понял. Что у тебя за Бог такой немой, не разговаривает? А какой Бог мне говорит? Я верю в Него. Все. Слушай, я с тобой могу разговаривать. Даже ты можешь в меня не верить, но я могу с тобой. А Бог... Ну что, как ты в него веришь, а с ним не разговариваешь? Подожди, я с ним разговариваю вообще-то. Ну, а он с тобой? А он сказал, иди ты нахрен, читай Библию, там все написано. Я уже все сказал, да? Так? Ну, я не читал Библию. Не читал? Интересный у тебя Бог. Ну, хороший, наверное, ты так... По тебе видно, что ты правильный, тебе Бог какой-то есть. Я в Иисуса верю. Иисус. А что ты про меня можешь, про него можешь мне рассказать? Что это за мужик такой, Иисус? Ну, неудачник. Скажи, он неудачник. Что ты в него веришь? Иисус неудачник. Почему у него неудачник? Его жизнь закончилась убийством, его гнали все время, его не любили, его использовали все и посылали его нахрен все время. С детства пытались убить, с детства. Ради него вырезали там 5000 младенцев или сколько там, 3000. Скажи, а кто удачник тогда? Никто. В этом мире нету удачников, все обречены. Всех выносят вперед ногами в деревянных гробах. Кого в цинковых? Если бы он воскрес хоть один, сказал, вот я, и не поймали. Ай, чувак ушел. Нихуя он ее ебет, ебаный, нахуй. Так, ты тихо, не раз... Привет. Привет. Че там как-то? Там хорошо, где нас нет. Разъебал, блядь.
О, добрый вечер. Наверное, уже добрая ночь. Ну, главное, главное, чтобы добрая. Да. Добрый. Нет, у меня добрая, у вас нет. Да везде горе бы хватает, я скажу, везде. Везде люди умирают. Своей, не своей смертью. Везде умирают. Так что. А вы откуда? Я с Украины. А именно откуда? Под Киевом. А ну тогда я вам не желаю доброй ночи. Чего? А я вам что-то плохого сделал? Я тебе что-то плохое сделал? Какие злые люди бывают. Вы добрый человек? Алло, что-то я вас не видно. Опа, Дида, здорово. Я смотрю просто, фунькнул маленько. Чтоб ты, сука, блестела, но... Что вас несет? Что у тебя случилось? Да ничего не случилось. Да что там будет? Нормально, как нормально. Нормально. Да. Ты откуда? А ты это, что ты на допросе или как? Да ну, блядь, холодно, сейчас, блядь, тепло, опять, блядь, домой мне, домой. Да заебал, да ёпти, что там? Что у тебя там написано? Что за череп там? Ты кто? Прочитай. Я плохо вижу, сам прочитай. Я зрение... Нет такого, чтобы прочитать. Там что-то написано. Вижу, что вроде как череп. Ты что, убийца? Так прочитай. Ну ты скажи, я плохо вижу, что я буду тебя притворяться, что ли. Ну нахуй тут сидишь, держи тебя в зрение. Я разговариваю, что тут еще читать надо? Конечно, нужно читать. Ты что, убийца? А с чего ты взял, что убийца? Ну, череп нарисованный. Прочитай, может я что-то не понимаю. Ничего. Ну и что это череп? Да ладно. Чем заниматься будешь после смерти? После смерти? Да. Чей? Твоей? Твоей. Моей? Да. А что ты за мою смерть заговорил? Интересно, чем ты будешь заниматься. Самое интересное, да. Чувак говорит за мою смерть, у которого один глаз вот здесь, вот зрачок, а у другого, а другой глаз вот здесь. И он что-то мне пытается объяснить. И что? Ну, раньше тебя умру, но все равно ты тоже умрешь, и что? Или ты раньше меня, какая разница? Ну, лет, конечно, лет через 100 тебя не будет, ты знаешь. В любом случае. Ну, так что ты, я спрашиваю, чем заниматься будешь после смерти? Не помню, ты... мне вообще плевать. А, ну и ладно, ну ладно, все, давай. Привет. Чего хуваешься? Чего хуваешься? Ай? Что хуваешься? Что хуваешься? Что делаю? Прячешься, что ты там? Надел маску, да? Маску, да. Как это? Гюльчатай, покажи личко. Личико, я тебе Вагнера могу показать, блядь, а не личико, нахуй. Кого? Кого? Того, блядь. Чего ты ругаешься? Я тебе что-то плохое сделал. А что ты так сразу реагируешь начал, блядь? Я не знаю, что ты мне будешь показывать. Спрашиваю. Понял сразу, не вози. А ты ругаешься. Не знаю, как что тебе будет показывать. Чем будешь заниматься после смерти? Чем? Чем после смерти заниматься буду? После смерти заниматься буду? Чем? Заткнись. Чем? Жить жизнью вечную. Да? Да. Ты билет купил? Ты билет купил. Я не купил, я заслужил, понимаешь? А, ты это, маджахед? Ты мусульманин? Мусульманин? Нет. А как ты можешь заслужить? Только мусульмане так и заслуживают. Я рус. Русский? Русский. А, ты попу дашь денег, он свечку отпоет и попадешь в рай. Да? А вы хуй зайчику и вперед, да? Не знаю, как ты? Не знаю, как ты будешь жить? Не знаю, вы ж Евросоюз ебаный, вы блядь. Добрый вечер. Добрый. Добрый. К тем общайтесь. Ты что, будем разговаривать? Давай, поговорим. О смысле бытия на сегодняшний день. Ну и как оно у вас? Смысл бытия?
делов полно собралось, капец просто. Тяжело, тяжеловато. Не всегда хорошо получается. Домашние, работные? Ну да, накладки, работа, работа, накладки, поломки какие-то. Ну, у меня больше рабочих, чем домашних. Как домашние, все ползет по плану. По плану, это хорошо, по плану. Как далеко твои планы строишь? Лет на 1000 вперед? Да нет, ничего. Нет. На 15-20. Это нормально. А что там ты видишь, можешь подсказать? Лет через 5 хотя бы. Лет через 5? Угу. Ну, закончить строительство дома. И дети, все остальное. Ну, то есть сопутствующие. Ну, как обычно, по плану. Успехов тебе, строй. И у вас как? Да я себе почти построил. Пришли соседи, соседям лупят дома, разрушают. Ну так, те строили, строили, другие пришли, разрушили. Целые города и села. Так что тут такое дело. Кто его знает? Надо было раньше думать, да? Да, да. А знаешь, как бывает? А будет землетрясение, может быть. Никто не пришел. Как бы никто не виноват. Землетрясение, пух или пожар, и все сгорело. И все. Так что это такое дело, знаешь. Вообще смерть приходит и всех косит. И ох, и не успел пожить. Строил, 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 строил. И не достроил. И умер. Да. Это обидно. Да. Так, да, ну, да. Я про это говорю. Поэтому надо жить. Надо просто жить. Да. Вот с этим полностью согласен. Вот тебе здравствуй. Вести, люби, кого есть, любить. Вот это и жизнь. Самое главное, что ты имеешь. Подругу. А все да. Остальное фигня. Не подруга, жена. 14 лет вместе. Молодцы. Не надоело? Нет. Наоборот, интересно. О. А дети есть? Чем все закончится? Чем оно закончится? Не должно заканчиваться. Если любишь, то ты не хочешь, чтобы заканчивалось. Наоборот. Кто любит, тот не желает. Ну, кто-то кончит точно первее. Жизнь она, сука, такая. Дети есть, нет? Нет, пока нет. О, так надо, чтобы были. Это ж разбавляет. Мы же еще молодые. Ну, 14 лет вместе и детей не имеете. Ну, потом да. Старые будете. Так мы с 14 лет вместе. 14 лет вместе, с 14 лет вместе. Охренеть, вы сексуальные маньяки прям. Да, да. Есть такая хуйня. Ну ладно, удачи. Счастливо вам тоже. Мирного неба на голову. Взаимно. Что, после баньки? Что, хорошо? После баньки? Хорошо. Не слышно ничего. Не слышно. Только ничего. Себя слушаю. Только пока. Себя. Тю-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Так, кто нас смотрит? Кто нас смотрит? С кем я разговариваю? С кем я разговариваю? Вы кто? Вы кто? Человек. Я Диман. Я Диман, а ты кто? Вова. Владимир. Владимир, ну я Дмитрий. 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 Ты кто? Не Дмитрий, а Дмитрий. 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 Молодец. Молодец. Ну и? Как жизнь? Как жизнь? Ну, нормально. Нормально. Вот хорошо. Нормально. Хорошо. Хочешь, чтобы было лучше? Хочешь, хуже. Чтобы было лучше? Да. Меня устраивает моя жизнь. А вечно ты такой же? А вечно ты такой же? Ай? Вечно так жить, как вечно ты сейчас живешь, хочешь? Как ты сейчас живешь, хочешь? Нет. О, видишь, это ж ненормально. Ты меня обманул. Я стремлюсь к лучшему. А, это хорошо. А, это хорошо.
Только не за счет других, пожалуйста. Все так стремятся, но за счет других. Почему, не знаю. В этом мире так получается. Богатые богатеют, бедные беднеют. Нет, не за счет других. Вообще никак. Ну, все равно так получается. Ты работаешь на работе, тратишь свою жизнь, зарабатываешь какую-то сумму. Или ты кого-то другого используешь, за счет него живешь. Большую сумму зарабатываешь. Такая жизнь. Но у меня не получается. Не получается что? Не получается что? Работать? Ну, живу как бомжара. Может, ты ленивый? Может, ты ленивый? А? Может, ты ленивый, не хочешь работать? Может, ты ленивый, не хочешь работать? Не, я работаю, да, работаю. Ну, просто там вас денег не платят много. Денег не платят. Ну, ты сам богатый. Смотря чем. Смотря чем. Что-то в чем-то богат, да, в чем-то... Не, нищий, можно сказать. Нищий, можно сказать. Финансово нищий. Да. Относительно других богатый даже. Но я считаю, что я финансовый. Я не, у меня машина новая, я не могу себе позволить. У меня поломалась старая машина, денег много надо. Да, голова болит. Чтобы ее поремонтировать, надо деньги. Какая у тебя машина? Вот так скажу. Volkswagen Кадик. Как? Volkswagen. Volkswagen. Кадик, Кадик. Кадик, Кадик. Я не знаю, какая. Ну, будка такая. Будка такая. Ну, вот она поломалась. Поломалась? Поломалась. Сегодня ночует на стул. Ну, у тебя дом или квартира? Дом. Дом? Ну. Ну. Ну, ты говоришь, ты бедный. Бедный? Блядь. А, ты не говорил бедный. Ну, все относительно, сейчас скажу. Кто-то может себе позволить. Все относительно. Относительно других я нищий. Относительно африканцев я сказочно богат. Ну, относительно вас, вот, допустим, Volkswagen, дом, я нищий, да. Ну да. Ну да. Что делать? Что делать? Не хочешь пойти, не хочешь пойти заработать? Не хочешь пойти заработать? Хочу. Кто вас нанимает на Украину повоевать полгода? Там платят, да? Да. Я что, долбоёб, что ли? Много же таких идут. Заработать. Заработать. У тебя принципы есть, да? Принципы есть, да. А? У тебя какие-то принципы есть у тебя. Честь. Ну, честь, достоинство. Честь, достоинство. Есть? Да, есть. Поэтому ты бомжуешь, не идешь на компромиссы. Не идешь на компромиссы. Какие компромиссы? Ну, чтоб не врать. Или ты врешь? Не врать или как? Да, не врать. Да, не врать. А, есть, да. Есть. Тяжело ж так жить, не врать. Тяжело ж так жить, не врать. Честно не заработаешь денег. Честно не заработаешь денег. Честно? Да. Да. Бля, вот. Бля, в принципе, да. Вот поэтому тяжело. Ну, блядь. Зато честь. Ну, это тоже относительное, знаешь. Честь она кому-то перед кем-то. А если нет смысла, то нет смысла. Блядь. Ты в Бога веришь? Бога? Угу. Бля, я, наверное, верю не в Бога, а
Короче, как мне сказали. Ну, ты в курсе, что я с России? Ну, да. Ну, да. Вот. Как мне сказали, короче, короче, металл пошел сдавать. Мне сразу такой вопрос. Я даже не подошел, блядь. Ты в Бог веришь? Чего там вдруг так? На металлоприеме так тебя? Встретил? Да. Что там у меня? Да, то есть. А в чем вдруг так? Ты в Бог веришь? Ну, я такой, блядь, ну я как бы верю в Бога своего, там, типа, ну, не ваших там попов, там, вся хуйня, блядь, которые там, блядь, все, блядь, в этих, там, ну, разукрашенные. Он говорит, блядь, ты еврей. Я говорю, почему я еврей? Ну, блядь, типа, у евреев там, типа, свои ангелы, там, блядь. Я говорю, ну, похуй, я буду, блядь, евреем, нахуй, там, типа, туда-сюда, блядь. То есть такое, короче. Ну, как сказать, я верю в Бога, но, как сказать, в своего Бога, а не в таких вот там наряженных. А там, ты можешь, блядь, мне про него рассказать? Какой тебе? Расскажи про своего Бога. Какой он тебя? Про своего Бога? Это мой ангел-хранитель, вот так скажу. Вот и все. Так это ангел. Ангел это ангел. А Бог? А какой Бог у тебя? Мой Бог, ангел-хранитель. Он меня оберегает, все. Да это слуга, как собака. Что ты? Бог есть Бог. Ну. Ты просто в собаку веришь? Ты просто в собаку веришь? Ну, я имею в виду в ангела. Не, зачем? Ну это божьи слуги, божьи ангелы, это слуги. Как собаки. Как собаки. Вот тебя служат. Вот тебя служат. Мне никто не служит. Ну ангелы. Хранить тебя. Ну, хранить тебя. Они меня оберегают, да. Ну да. Ну к собаке что же могут оберегать? Ну к собаке что же могут оберегать? Да, в принципе, и пидорасы могут оберегать. Могут. Кому что нравится. Кому что нравится. Ну вот именно что, блядь. Поэтому я тебе говорю, вот, мои, у меня вот ангел мой есть, Азим, и все. Понял, ладно. Живи с этим. Пока. Кто-то там играет, поет, да, вас? Вживую? День рождения там? Привет, смертники! Привет, смертники! Вам не хворать. Здорово, 200. Что будете делать после смерти? Ребят. Я тебя искать. Да. Мы встретимся обязательно. Все мы умрем когда-нибудь. Ну, дальше что будете? Найдете дальше что? Мать твою найдем, да. А что она тебе сделала? Да. О, опять. Такое ощущение, что ты больше зарос. Молодец. За это время тебе больше щетина выросла вот здесь. Мне так показалось. Да нихуя, нахуй. Нихуя. Да. Ладно, сейчас еще раз встретимся. Так уже будет... Привет, борода. Вся в Украине. Не знаю, кто такое. Ты сказал такое. Герои только есть. А Украина, Россия, это такое. Вот героям слава, а остальное все такое. Кто твои герои? Герои? Кто вот. Твои герои? Кто ты есть? Что ты себя, как ты определяешь? Я Бог. Ты Бог? Чей?
муравьиный. Почему Бог? Муравьиный Бог. У меня отец Бог и я Бог. Слышал, отче наш, отче наш. Слышал, да, молитва? Вот, вот Бог сказал, что он мой отец. Ну, я поверил, что он мой сын, что я его сын, значит, я тоже Бог. Если Бог мой отец, я тоже Бог. А ты кто? Я один раз, знаешь, муравейники такие большие есть, полники. Да. Съел банан, а шкурку положил на муравейник. Так муравьи прибежали, и один из муравьев встал на задние лапки, и остальные лапки так в разные стороны расправил. Он, наверное, подумал, что что-то чудное к нему. Понимаешь, прилетело. И вот так долго стоял, пока я не ушел. Благодарил, говорит. О, ле-ле-ле. О, всемогущего. И ты тоже Бог, ты знаешь? Я обалдел, думаю. Значит, если я так над муравьем, значит, кто-то надо мной так же. Обязательно. Да. Надо знакомиться с этой иерархией. Учитывать, что над нами кто-то есть. Да, да. Тогда будет, тогда может заживем. А когда люди сменят из себя конченых богов, которые, ну, в смысле, конченые, которые он самый-самый, то, конечно, они конченые. Просто дело в том, что я-то муравью просто, считай, продукты уже такое несъедобные отдал. Ну, для них съедобное, наверное. Для них съедобное, да. И он был этому благодарен. Конечно, да. Стоял там вообще в раскорячку весь. Понял? Вот я а почему вот я заметил такую фигню? Бедные люди, ну, такие простые, бедные, могут поделиться чем-то. А богатые, сказочно, миллиардеры, вот он, хрен, не поделятся ничем. Почему? Какая-то созревает что-то такое внутри. Что клинит, чуваков клинит, да? Как черная дыра, знаешь. Да, да, да. Накрывает с головой. Да, все. И они начинают еще больше грабить других. Да? Да, да. А почему это? Как это? Шаг за шагом, понимаешь? А почему это происходит? Несколько шагов сделал, то уже все как бы. Как лудомания, наркомания. Засосало, да? Засасывает, притягивает. Соблазн. А это соблазны, да? Конечно. Как женщины, да? Ну, в том числе. Какие-то мы такие падкие люди, несчастные падки. Человеки. Как этот Никулин пел про этих... Как это? Трын-трава, вот это вот. Да. Видно, в понедельник их мама родила, да? Что бы они ни делали, не идут дела. Это песенка. Слабенькие люди, да. Слабенькие. Почему? Что так получилось? Не понял. Ну вот, что-то да, что-то где-то мы... Не туда пошли, да. Не туда пошли, да. Ну ищи дорогу, ищи дорогу. Да. Идешь, скажешь. Если не убьют. Что, воюешь? Не, ну, обычно, когда слишком много говорить начинаешь правильного. Ну так ты на верном пути будешь, ты пойдешь, тебя донесут уже. Как бы сказать, ты шел по верному пути, если тебя убьют, то тебя донесут в правильное место. А если ты шел не по верному пути, то тебя тоже донесут туда вот. Главное идти по верному пути, и тебя потом донесут. Откровение тебе. Хотел бы своими ногами до конца. Ну это уж, дай Бог счастья тебе. Доходи, да, желаю тебе. Будь здоров. Будь здоров. Так, что у нас? Добрый и недобрый ночь. А что вы тут никто не пишете мне тут? А? Алло. Что тут? Че люди смотрят? Нифига. А ну напиши что-нибудь, комментарий. Что в глаза смотришь? Человек... Человек, собаке друг, это знают все вокруг. А что люди друг другу не друзья, не товарищи, а какие-то убийцы, и судьи, и прокуроры, не знаешь? Так мне к тебе тот задал вопрос, почему вас убивают, а нас спасают? Не понял, громче, извиняюсь, плохо тебя слышно что-то. Кто кого убивает? Почему вас убивают? Нас, наоборот, постоянно спасают.
Кто наших убивает? Наши убивают, а вас спасают. Я не знаю, кто такие твои, ваши, кто наши. Кто такие ваши, кто такие наши. Не знаю. О, у тебя Новый год еще, смотри. Гирлянды вешаешь. Как раз к 8 марта снимешь елку, вынесешь. А? Ну да, к 8 марта как раз можно. У меня там специально клеёночка подстелена, чтобы иголочки падали, а потом я её вынесу. 8 марта. Скелет такой останется, скелет такой. Да, так как от Украины. Такой. Ты что, ты такой, а, ты это, ты садист? Ты садист? Почему ты не любишь Украину? Ну, так, а чё ты такой? Чё ты не человек? Надо быть человеком вначале. Я-то человек. Не, не видно. Ты кацап, ты сам сказал. Надо быть человеком. А чё ты не человек? Это уже ваши трудности, когда вы... Как это? Ко мне домой вы пришли, мы вас должны не убивать. Мы к тебе не пришли, никого тебя не трогаем. Так что ты будь человеком, дорогой, будь человеком, а то умрёшь как кацап. Доброй ночи. Что снилось? Звитки. Звитки. Хорошо. Киев. Что снилось? Тернопіль. Тернопіль. Я с Тернополя. Что снилось? Да я ще не лягав. Я думав, ти так окуляри одіваєш і так, типа прокинувся. Ні, я ж вибач з туалету прийшов. Дві години сидів в рулетці, виключив. Потягнуло в туалет. Мусив піти Бога. Зрозумів. Жінка пішла на ніч, слухай, я складаю, блін, в чатрулєці. А куди це на ніч? Ти мене пішла, ти її випустив на ніч. На роботу, що ли? Ні-ні, я просто в Європі, знаєш. А, ти в Європі? А вона пішла, до бабки пішла. Гадать? Бабки пішла. Прошу? Гадать на картах? До бабки? Ні, до бабки пішла, ну... Тут називають так, бабки з компанії робити на, ну, на ніч. Бабка сама. А, я сиділка, сиділка, дивиться. Ну так, сиділка. Там, ну, просто з нею бути. Вона на день ходить, то бабці щось там, температура піднялася, щось то його. Угу. Бабці вже 94 чи 95. І ходять, слухай, платять 60-70 євро за ніч, щоб не сидіти. Я чув, в Германії 50 євро за раз проститутки платять. А 60 євро, це щось маловато платять за ніч. За ціл, це, ну, то на ніч, ніч. Там нічого, чуєш, там нічого не робити, ну сидіти коло неї, якщо бабка покличе, погукає, дати там будити, дійти і далі. Ну сидіти. Дай Бог таких всіх заробітків, це добре. Ні, ну то нормально, є то нормально. Ну, як же, тут в Україні, блін, треба пахати, щоб заробити такі гроші. Та ні, ну слухай, в мене двоє дітей на Україні, блін, треба дітям якось допомагати. Ну, понятно, що за ніж допомагаємо, передаємо, а як той каже, толку нема. Каже, мала тату, все дороге, то те що? Та хай заробляють, попробують. Ні, та вони заробляють, але хата, ну, коштує, каже, тату. 3000 тільки за газ того місяця затопило. Ну я дровами топлю. Економлю. У тебе десь в кому, ну, як котел маєш десь чи дерево? Да, самі зробили такий самопальний котел, кирпичом обложили там, дрова пали. Ну то вам легше може. Ну трохи, але все треба кидати ці дрова на цей попіл. Це грязюка, це... Я знаю, бо я в селі Вєріс. Я з мавку в селі Вєріс. Краще газ включити і забути. Така, це теж робота ходити, ці дрова десь пиляти, літом їх треба заготовлювати. Це, блін, всі сидять собі гуляють, а ти ходиш, дрова ці возиш, блін. Ну нахрена? Ні, ну так, але ти може... Простенько, вже привозять дрова порубані. Так вони ще сто більше стоїть, ніж газ. Буде ще дорожче буде, ніж газ. Ну, понятно, 8 тисяч машина. Наскільки їх хватить? 8 метрів квадратних, ну, квадрат. Кубічних, типу. Ну, так, кубічних.
Ну, вони ніхто не рахує кубічні. Ти знаєш, що вони хитрі. Хитрі. 6 метрів. Хитрі. Там, якщо ти кубічний, то кілька немає. Метр на метр і метр 73 щось висоти. Да. А вони метр квадратний, ось дивіться, метр на метр, все. Це брехня. А там нема куба, там є. От ти бачиш, які ми українці. 06 чи 07 є. Тому в нас і війна, що ми друг друга дуримо. Не можемо казати правду. Так, він привозить і каже до мене батько вже 70 років. Він привіз, відбував. Я передав пару копійок батько надбував. Він привозить і до батька рахує там. А я якраз літом був, приїхав на літо. Він привозить, каже, дядько, того 6 метрів є. Я кажу, які 6 метрів квадратних? Нету 6 кубів. Я кажу, до нього, ну куб кілько має. А я, знаєш, трошки, бо я сівчив на столяра, я знаю, що таке куб, що таке. Я кажу, куб кілько має. Та во, метр на метр. Я кажу, метр 70. Куб має. Метр 70, метр на метр і метр 70, то має куб. Ні, то вже виходить почти 2 метри. Я кажу, слухай, то ти кубів продаєш чи метри, блін? Ну так. Да. І він, коротше, щось там, я кажу, ти його, давай спускай. То він, коротше, там спустив 6 тисяч, хотів 8, віддав за 7. Я кажу, ти не намахуй людей, каже, ти, блін, подивися в телефоні. Каже, бери в телефоні. Він в телефон забиває, ну, сам переконується. Так, куб. Так, показує йому метр на метр і метр 73 висоти. О, там є, то його, то. Я кажу, ладно. Та брехуй. Вони всі знають. Вони всі знають і не треба їх вчити. Це як поліцейські. Всі вони закони знають і знають, яких яких нарушати. Всі клянуться Богу, співають пісню, там люблять Україну, а самі крадуть, так. крадуть. О. Здравствуйте, мужчина. Здравствуй. Здравствуй. О, я тебя слышу, наверное, разговора не будет. Я себя слышу в твоем повторе. Я не знаю, как это изменить, прошу прощения. Ладно, извиняюсь. Извиняюсь. Что так нельзя говорить? Что ты хочешь, гляделки смотреть? Как жизнь? Плохо слышно, вообще не слышно. Дальше пойду. Привет. Привет. Как жизнь? Как жизнь? Много денег заработал в жизни? Много денег заработал в жизни. Нет, что-то тебя плохо слышно. Нет, микрофон тебя плохо слышно. Хочешь много заработать? Нет. Нет. Батька платит, хочешь? Так, я тут я не слышу батька ничего. Платит. Так, я извиняюсь, я дальше пошел. Я обидел Тхохила маленького. Вот. Но я не хотел его обижать, если сейчас. Я извинился перед ним. Вот. Но увидел теперь взрослого Хохила. И что? Вот. А? И что? А не что? Ну просто я понял, что тот парень, он, ну как и все дети. Обычный ребенок. Обычное гимно. Кого? Обычное что ты сказал? Тут плохо. Обычная, ну, обычный ребенок, я говорю. Ребенок. А. Это же ребенок, говорят, же ребенок. Да, дети вырастают, потом стареют. Ты тоже большой ребенок, тоже был когда-то ребенком, да? Сейчас вырос. А смысл? Особо нет смысла. Нет смысла. Тяжелее стало жить. Надо самому зарабатывать. Только кормили тебя. Не надо было ничего делать, да? А теперь надо
сложнее. Да, подождите. Я об этом вообще ни разу не заявлял. Но я понимаю. Так, подождите. Так мне надо кормить не только себя. Так, ну, вообще разговор не об этом. Mm. Вот. А у вас почему-то сразу такое, знаете, переломный момент в этом плане. А почему? Потому что долго разговаривать я не люблю. Сразу перехожу к делу, к концу. Чем будешь заниматься? Нет, я имею в виду, вам приходится кого-то кормить? Или что, я просто не понимаю. Ну, я зарабатываю деньги. У меня семья, жена, дети. Да. Сколько семей у вас? 5. Да я серьезно спрашиваю. Че, 5? Ну понятно. А, ну понятно, почему вы так прикалываетесь по моему поводу. Я не знаю. Если у вас 5 семей, ну я тогда вас понимаю. Не, 5 человек в семье, я имею в виду. Ну то есть жена, муж, ну то есть вы и трое детей, да? Да, да. Ну вот. И простая математика. Ну, кстати, это не так уж и много, в принципе. Ну да. У меня двое. Уже. Пока. Может, еще будет. Да. Не знаю. Ну, может, да. Дай бог. Ну, видишь, это хорошо, что хочешь еще. Да. А зачем вот люди рожают детей? Вот смотришь, сейчас война идет, людей убивают, отдают на смерть. Идите воюйте, идите убивайте соседа, идите, может выживете. Соседа — ключевое слово. Ну да, а кто это? Соседи же соседи. Ну понятно, но я понял, про что вы имеете в виду. Да, ну вот идут же, своих детей отдают, чтобы они, ты их растил, 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 а потом иди сдохни, типа. Знаешь, как-то есть за правое дело, я имею в виду, за какие-то ценности, за какое-то, чтобы было достоинство, ну, чтобы было за что умереть, правильно? А это за что? Ну да. Это же просто за, как преступление, реально. Преступники. Ну, знаете, здесь можно много судить и осуждать. Но я вот недавно подумал, да, угу. То, что когда мы развалилась вот это Советский Союз, и на самом деле, может быть это неудачное такое было стечение обстоятельств. Может быть, нам надо было остаться вместе все-таки, и не было бы этого ничего. А вы хотите жить с соседом, чтобы у вас был общий туалет, общая кухня и общий холодильник? Хотели бы с соседом жить? У вас хорошие соседи, а вы живите с ними, имеете... Вы знаете, как минимум, я бы так выразился, как минимум, я бы хотел бы жить нормально со своими родственниками, которые находятся сейчас на территории Украины. А что, вы плохо живете? Они вам что-то плохое сделали или что? Ну, в 14-м году... Что в 14-м? Мы напали на Россию. На Россию напали. Нет. А что? Что у нас произошло? А вот ваше дело-то все. Какое? Вы вот соседи разводятся, соседи ваши разводятся, там ругаются. Ваше-то какое дело? Вы же не лезете в семью и не говорите, можете... а что вы там работаете? А будешь жить, как я скажу. Диктовать. Ну, вы диктуете своим соседям, как сказать. Жить? Вот. Ну, вот я скажу свою точку зрения, вы уж там как хотите. Ну. Вот. Смотрите, у меня куча родственников на Украине. Очень да. много. Да. Вот, и с 14, вот почему-то с 14 года кто-то там... Это не с 14, ищите раньше. Ну, там постоянно эти движения были, присоединиться к России. Это было давно. Ну, хорошо. Нет, вы меня не услышали, сейчас я вам объясню. И что? С 14 года, да, постоянно были вот эти движения, то, что все, эту границу закрыть с Россией и так далее. Понимаете? Я вот что хочу вам объяснить и сказать. А какого хуя? А кто вам вообще запретил распоряжаться так судьбами людей? Вот и все. А вам вот кто? А кто вам разрешил распоряжаться судьбами людей? Кто разрешил?
Кто вам разрешил? А при, в смысле, вы меня спрашиваете? Да, да, да. Да. Вот смотрите, я вам еще раз одно и то же сейчас скажу. Не, не надо мне одно и то же. Я простой вопрос. Кто вам разрешил? Я просто, смотрите, я без проблем до 14 года без проблем ездил. Вот так вот. Че не спите? Не хочется. Не хочется, это бывает. А что хочется? Денег. Денег? Да. Так вас же платят, и заработок хороший. Поехать пострелять, награбить. Да. Поедете? Откуда? С Украины. А город? Вы из Белоруссии? Нет. Откуда? Украина. В Украине вы сидите? Да. Что вы тут делаете? Тут написано у вас, тут вы из России, тут флаг такой красный. Красный, синий, белый. Вы уже... прикалываемся над русскими. А, вы прикалываетесь над русскими. Бойцы невидимого фронта. Получается? Это да. Ну, успехов вам. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Вот скажи, какую бы ты речь толкнул перед тем, как тебя не станет? Мог бы так людям сказать: люди, я прожил вот так, желаю вам вот этого. Можешь толкнуть такую речь? Чего ты молчишь? Чего хочешь пожить? Алло, мужик, глухой. Опять 25. Гарни очи. Что ты там пишешь? О, гарни очи чернебровы. Вас там двое? Это девчина рядом? Хлопайся, девчина, да? Ай, как гарна тебе девчина. Это брат и сестра, так? Вас дуже погано чутно. Нічого не чутно. Що таке? Блін, я вас не чую, жаль. Ай, бувай. Не чую. Мене тут на всю громкость. Що ви там кажете? Щасливо. Привет. Привет. С праздничком. Каким? Каким? 8 марта. 8 марта. 8 марта. Не вовремя, не вовремя. Нормально, да, подъебал, блядь? С каким, блядь? 23 блядь, февраля, блядь? Он с каким, блядь? Так это ж праздник. Да это 8 марта. Праздник Советского Союза. Саша, в другие времена. Ты еще за царя гороха вспомнил. Да ладно. Сидят. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. А ты че за... А че вы в темноте сидите? Света нет? А хочу и сижу в темноте. А... экономлю свет. Правильно. Все верно. А че то вот видишь... Вывели все, блять, самое главное вывести. Что они там забыл? А мы вот тут сидим и думаем, вампир или вы, или не вампир ли вы? Кров не пью пока. Кров? Не, пью, е, да я пью кров, вампир. А о, что? Скажу честно, у меня сзади фон, как, есть пиксель? Пиксель есть? Нормальный диафон. Хорошая камера. Я купил
себе, между прочим, Хромакей. Ну, я. Да, это Хромакей такой у тебя стоит? Нормально ты себе съезд сделал. Да. Что, серьезно, нормально? Да. А, не на пиксели, видишь? Пиксели. Да нормально. Не. Ну я полуслепой, у меня не стопроцентное зрение, так что. Хреново, конечно. Ну, в остальном. А ну поставь другой какой-нибудь фон. Поставь там что-нибудь красивое, пальмы. Надо запишись под гром, чтобы поставить фон. А, не понял. Могу так. Так не работает. Да. Это ОБС, ОБС. Понял. Есть ОБС? Я без этого работаю пока. ОБС это программа для захвата видео, чтобы снимать стримы. Видео на YouTube, на TikTok, там всякую такую дичь. У тебя свой канал где-то, да, есть там на YouTube? Да, есть. А что ты людям вещаешь, о чем? А, ни о чем. Как это ни о чем? А потому что есть люди, которые смотрят ни о чем. Таких большинство, я так понял. Таких много, очень много. Популярные ни о чем. Я очень популярный, на самом деле. У меня уже миллион таких ни о чемных. Я не снимаю ничего. Я просто зашел потестить камеру новую. Это была другая. Ну, нормальная камера, так что радуйся. Блядь, прикольный фон, да? Ну, фон как фон, нормально все держит. Так не, карманки, блядь. А у тебя зеленый или синий? Зеленый же. Зеленый. Ну, нормально. Прикольно, да? Да. Спасибо большое за ваш отзыв. Да. Блядь, клево. Развивайся давай. Только что-то тему только, ни о чем это, ни о чем. Не, есть тема. Ну, давай. Может, когда-то еще увидимся. Давай, увидимся, вампир. Снова. Что ты злой такой? Я злой. Злой. А что? Нельзя быть злым? Конечно, нельзя. Надо добрым быть. Добрый Дедушка Мороз. Борода из ваты. Вот к нему за этим вопросом и иди. А я злой. Да я Дед Мороза не верю уже, блядь, лет чего? 30. А в кого ты веришь? Я? Себя. В себя? А в Бога? Я не верующий. Чего? Зачем? Ну ты Бог сам, да. В себя веришь. Верьте в Бога, а я верю, я в себя верю, я Бог. Да. Ты Бог. Да. Скучно тебе? Скучно. Мне не скучно. Не скучно. Мне просто интересно, кто о чем базары идут. С чем ты будешь заниматься после смерти? Я? Заново рожусь. А как Высоцкий пел, да, вот это вот? Если дуб как дерево, родишься баобабом и будешь баобабом тысячи лет, пока помрешь. А? Ну да. А кем ты хочешь родиться? Это Высоцкий так говорил. Да, он то пел. Да. Целая песня есть. Хорошую религию придумали индусы. Не знаю, я в это не увлекаюсь. У меня прадед был попом, и я особо... Ну, это как, для нас он был попом. На самом деле он другим человеком был. КГБист, да? Нет. У меня прадед жил до Советов. А, до. Ну, я не знаю Советов. Своих прадедов. Вы видели, встречались с ним? Помните? Нет. Не, ну. У меня дневник его остался. Интересно почитать. Ну, был типа как глава поселения. Мэр города, надо помнить. Мэр Селан. Важный мэр, человек. Да. Важный человек был. А вы? А вы до чего доросли? Мэр улицы? Или председатель дома? Или кто? Ну, как тебе сказать? Я не знаю, как там, блядь. Я ж не могу по себе судить. Я себя не сужу. А дневник не ведешь, не? Зачем? Ну, мало ли, свои приключения записывай там. Ну, когда на пенсию выйду, обязательно заведу. А что ж там уже... писать-то на пенсии. Как еще? Много чего. Да. Воспоминания будешь записывать? Да, воспоминания и реальность. Так. Да. Даже вот об этом.
этой женщине напишу что-нибудь. Супер тебя молодая женщина. Это твоя жена? Это же не жена. Ну, возможно, и не жена. А жена есть? Нет. Так надо жениться, а то в пенсию хочешь попасть. Одинокие мужики до пенсии не дотягивают без женщин. Я думаю, с этой женщиной я дотяну до пенсии. Это она тебя дотянет. Она меня дотянет. Да. Красивая у тебя баба. Видишь, Катя, сказали, ты красивая. Да. Она не верит. Почему? А ну покажи еще. Где она там? В шубе там какой-то. Ну красавица. Длинные волосы. Да ты что? Она танцует? По-любому. Она вон в форме даже. Прикинь, мою форму отжала. Греется? Ну, помогает. Не, ну хорошая такая. Нашел. По-любому. Но. Я плохую не пригласил бы, блядь. Жени ее. Предлагай ей. Руку, сердце, жилплощадь, кошелек. Да она и так уже отобрала. Она и хоть спрашивала. Дам я там, не дам. Такое дело. Там даже знать хер будешь, понимаешь? Что там уже решили, когда, как? Ну, если она в твоих штанах ходит, то да. Что делать? Это нормально. А ты сам откуда? Я с Украины. Что там у вас как дела? Только не будем это какого, ну нахуй ругаться, пизду. У кого как, у кого хорошо, у кого-то еще лучше, у кого-то ужасно. Всех по-разному. Понял, понял. Да. Всех по-разному. Да. Ну, у тебя самое лучшее, у тебя красивая жена. Я даже на нее так глаз один положил. Это седина в бороду без ребро, знаешь. Когда старый становишься, все женщины молодые, классные. Ну, а ты классная женщина, так что я не просто так. Там у нас разница сколько там, лет 5. Ну, я тебе скажу так, у меня свой, типа, завода маленького. Я днем ее не привожу, чтобы помогала, потому что люди работают. Отвлекаются, да? Да, они работать перестанут сразу, блядь. Тем более, если женщина увидит, которая может и слесарить, и чего угодно делать, это будет пиздец, поверь. Так что мы вечерами тут занимаемся. У тебя стрелошка или что у тебя? Не, у меня, сейчас покажу. Что это такое? Что это? Секс какой-то, я не знаю. Ну, станки. Что делаешь? Ну. Рабочая у тебя лошадка, ты что? И работает, и там работает, и там работает. Так что цени, она береги. Да. Она молодец. И покататься, знаю, и покататься на ней можешь, да? И она на тебе. Короче, взаимное согласие, любовь дом до счастья. Все, счастливо. Давай, удачи. Да, тоже добро. И с праздником. Ну что? Эх, ребята, ничего не пишите. Такие бывают разговоры. Хоть посмеялся. Это мне лучше бывает нравится, чем вот эти вот религиозные бестолковые споры. Каких-то маразм какой-то. Всем пока, всем хорошего ночи. Пишите комментарии, не жлобитесь. Поделитесь видео, скиньте мне денег на кошелек. Ой, что-нибудь хорошее сделайте, хотя бы мне.